Зразы с сыром. Самое популярное блюдо из фарша – это котлеты, но иногда и они приедаются. Советую приготовить из фарша зразы. Они ароматнее и сочнее за счет начинки. Начинку можно использовать любую. Предлагаю использовать тертый твердый сыр с вареными яйцами. Чтобы зразы получились вкусными, нужно приготовить хороший фарш. Лучше использовать смешанный – 70% свинины и 30% говядины. Приготовить для фарша лук и чеснок. Пропустить мясо, лук и чеснок через мясорубку. Добавить в фарш соль и перец по вкусу. Хорошо перемешать. Размочить белый хлеб в молоке. Соединить готовый фарш с размоченным в молоке хлебом, добавить сырое яйцо и снова хорошо перемешать. Натереть сыр на терке и добавить к нему натертые яйца. Перемешать. Разделочную доску посыпать мукой или смочить водой. Разложить фарш в виде лепешек и выложить на них начинку из сыра и яиц. Аккуратно защипнув края, обвалять в муке и сформировать котлетки. Обжарить зразы на разогретом растительном масле с двух сторон до золотистой корочки. Затем убавить огонь, закрыть сковороду крышкой, готовить на слабом огне 10-15 минут. Готовые зразы можно подавать с любым гарниром, свежими овощами и зеленью. Приятного аппетита! Ингредиенты. Фарш мясной 500 грамм. Сыр твердый 100 грамм, яйца куриные 3 штуки, хлеб белый 2-3 ломтика, молоко коровье 2 трети стакана, лук 2 штуки, чеснок 2-3 зубчика, масло растительное для жарки, мука для обвалки, соль по вкусу, перец черный по вкусу. Подписывайтесь на канал.